Ребята, всем привет. Продолжаем играть за смертельную лупу. Единственное, я что-то не помню. Это уже третье, четвертое прохождение, так что я обозначил как тройку. Потому что по примешке играю, то горе. То без лупы. Чем вот тормознулись-то? Куда нужно, как обычно, было идти? А, мы выяснили, что тут всего 4 локации. Обожаю этот момент. Большой шаг, Кольт. Ты точно готов? А что я теряю? Ну, если погибнешь, потеряешь оружие. А добьешься своего, тогда сохранишь. Да я всегда добиваюсь своего. А как, говоришь, не потерять оружие? А, так инфузия же. Ты не за этим сюда пришел? Другой я. Велел сюда прийти. Ты тут не единственный, у кого много я. Просто к сведению. А если я добьюсь? Ага, если. Удачи. Видать, инфузии правда крутая штука. Так, сейчас. Найти материалы Вензе. Ага. Основное, так. А. Типа одного квеста, да? А что у нас там по пушкам? Книгу там. Хер не знаю, типа камнем. Вертел я твой эксперимент вот здесь. Блин, вот это немножко убегает. Это тема. Никто меня не вспомнил! что все ведь слышали. Бля, я мелкий забыл.
чего не засыпает. Щепучка, а у нас все нормально с этим. Не, вот знаете, просто интересно, что есть смысл вообще локацию обшаривать? Есть ли что-то годное или нет? Такое ощущение, что я что-то нихуя не хожу. По сути, нужно идти от точки в точке Б и все будет ништяк. Че? Взломай. Как взломать? Новые вещи. Дверь с двух сторон заперта. Опа. Так. Сломала, я еще их туда потратил, сука. Ладно, снизу были шипучки. Так, ладно, почти выхилились. Уго, обратно. Подождите, у нас же тут... А, Волка. Блядь, я забыл про этого взломщика. Ну, кроме прокачки этих как бы дисков, сома-то... Он не заметил то, что это было. Так? Блин, там вообще не сюда. Открыть? Что, карту открыли? Ну, мне это нихуя отсюда не дает. Ваша карта. Только гвозди. Сейчас не надо. Ни к чему. Ставить батарею. Нервную батарею. Ну, ради чего зла он тратил время, я вам скажу, я не понял. Пару флешек для прокачки, ну... Сомнительная хуйня, что-то мне нужно было. Паузу поставим, чтобы... Водичку. Сейчас, ребята, вернусь. Так, я вернулся, бля, у меня на кухне машинка, вот сейчас сорвется, стирает, или стирали. Как правильно, кто знает, я вышел из этой шины, ой, короче. Шутка есть, молчат. Она мне до меня не достает. Блин.
Она палит, куда спала. Блять. Схитрить-то, ребята, а? Он туда не валит, получается. Сделать, а? Ну, музыка закончилась, может, я не видел. Но снайпер не отстал. Похоже, что отстал. Нейтрализатор поля. Снайпер, сука, там стоит. Оу. Я же, мать твою, перехват был пройден. Блять. Что получилось? Обычно, блядь. Пизду. Оу. Это-то откуда нарисовался? Вы губы не гасите, что ли? Мой тельце там. Так,
знаю, где я его забыл. Это было. Это там махать как-то происходит конкретно. Егор, ты обязан приносить? Блядь, это уже неохота не перейти. А ничего все это? Так, снизу чертяга ходит, снайпера сверху нет, может снайпер есть. Слева все спокойно. Это что за подвал? А, это мой подвал. Все отлично. Херово, что я же одна жизнь осталась, это вообще, конечно. Настроение мне просто четко понятно. Палится. Слишком много, чтобы ночью уже. Серьезно? Да. Хочу.
через бункер выйти, да? Потому не получилось. Там пишут, да, никогда не было компромиссов. Рычаги. Вечно с ними проблемы. Да не говори-ка, блин. Откуда идти? Центр управления петлей. Бля, такое ощущение, что я уже похоже на двух перебывал. Но нет, это немножко другое. Это что-то немножко другое. Вот это что за штука такая? Это интересное. Блин, тематика вот этих всех лабораторий, экспериментов прикольная, но не прикольно то, что... Короче, не огонять, понимаешь? Хватит мне патронов! Ну, не жадничай! Я немножко это не сделал, как... Блин... Там если турели, вообще красота была. Похоже, вместе же были. Охренеть. Блять, это такие ребята есть. Труп? Да, труп. Это было все прибыль. Они вернутся! Перечница. Пол-два отпустить. Ну, допустим, это надо оружие отпустить. Ладно, хуй знает, да? О-о-о. Ну ладно. И что дальше? Это какой-то крутой фиолетовый прокачанный пистик. Я вижу, а ты нет. Ага. Короче, нужно дальше попасть. Как это, блядь, сделать? Я не дублирую. Мне и так прекрасно. Кучки, конечно, дохуя, они надумали, что я подохну, но я-то, блядь, и на помойке себя нашел. Так, нам нужна батарея. Сделали батарею, ставим батарею. Блядь, где он батарею-то возьму, сука? Как она выглядит? Примерно это, конечно, прикидываю. Перечница, блин. Давайте попытаемся найти. Вот тут нихуя батарей. Да, не батарей. Так, надо в это здание попасть. Потом дальше. Где мы сейчас? Пытаемся с вами вернуться. Ага, блядь. А нет, здесь есть проход какой-то. О! Забава. Чё-то не обращал внимания, что происходило. Ну ладно. Да нет. Обосрал только. Ух. Блять.
ставить антибатарею есть. О, ну-ка, ты подождите, мальчик. Так, если не прогресс намечается. Не вращать, не забывать. Собственно, что роль-то и нужна была вторая. Если это до телки сейчас убегать буду. Что? Надеюсь, хватит крови! Да. Ожидаемо. Легко не будет. Диверсия? Что-то я не понял. Откуда свет? Не ебать. Реальную историю. Но не охотничество. Честно вам скажу, я это заподлох. Вот что.
самом блядском месте, да? Теперь одна кошка. Все бизнес спрятан. Стратегия избегания. Ну, сейчас, блядь. Избегание. Турель найти еще вообще была красота. Схемы хуйные. О, и классно тебя делаем. Так, пустить, удерживать и квадрат. Вот суки. Да, ладно. Ну ты еще будешь? А, эти суки убить не надо. Блядь, мне кажется, ХП на смысле это вообще, блядь. Урон с байком шикарно. Раз, два, восемь штук это стало, сухие, блядь. О! Давайте, ребят, тайком попробуем. Если не с вами. Слушай, когда я с какой стороны тебя пытаются убить. Куда не убиваешь? Тупо не укрепляешь. Это все. Че, кого, откуда? Пока ты дубишь, я не могу убить. И все. Здесь спрятались. Два помещения, это здоровенные здесь, конечно.
движемся. Идентичности очень непростая. Если другая ВНЗ что-нибудь испытывает, а я нет, что из этого следует? Тогда ДКЮ можно поддерживать лечение. А сколько уже прошло? Пизда. Пятого дня. Ты думаешь, что спрятался? Пушку-то прицелился, что не автоприцеливаем. Сколько по концовке осталось, там интересно. Там показывают, там еще показывают. Чё, вроде всё. Ключ от владения королевы. Где? Посмотрим, что тут есть. Сейчас уж тут шаримся теперь. Обычно поменялись код. А или я не знаю, понятно. Сейчас, может, узнаю. 3142. 3142. О, нихуя. Не тонет. Ну, в лоб, да, тупо, конечно. Я человек порой рядом, блядь, с ним. А вот с нами. 31, 42. Вот это не дантика, а что-то еще висит, нет? Нет? А вот что там лежит, мне интересно. Какая-то флешка, блин. Зато в этот раз меня не утащило в окно. Блядь. Серьезно, нахуй, я последнюю жизнь сейчас проебал. Как? Как я мог издуматься в какой-то ебаный лёд? Чё, блядь? Ну, ебать, молодец.
Не, ну тупо что-то только движительный уровень, типа и все после тела ты заводится, по-моему, ебать. Так, да. Наблюдение по результатам объявлений этого утра. Заметное улучшение эффективности резидентов Кольта и Джулианны. Да. Становятся очевидными два факта. Первое. Петля действует уже какое-то время, и они сохраняют память о каждом цикле, в то время как остальные, а главное, мы, все забываем. Хватит меня отвлекать. Если все и правда так, можно предположить, что уже некоторое время мы каждый день делаем одни и те же выводы. И далее мы стремимся к сохранению знаний и памяти для нового цикла. То есть, хотя мы и можем сохранять эти сведения, мы, очевидно, повторяли первые этапы исследований неоднократно, не делая открытий. Очевидная мысль. Наверняка мы так уже делали, и это ничего не дало. Отсюда и эти сомнительные эксперименты с инфузией резидуума, которые помогут сохранить брелоки между циклами. И если мы научимся сохранять брелоки, мы сможем сохранить... Последний! А, ну вот, ты куда шутишь? А, там есть такой экспорт. А у меня столько листов, которые я заложил. Сейчас не надо. Да, все на пол пополнится, да. Тонко. Ну ладно, сейчас разберемся. Есть резидуум. Засунем его в штуку для сборки. Все будет нормально. А, штука для сборки там здесь, ладно.
Значит, влезть в эту типа душевую кабину и... кнопку нажать. Черт, ну и как я должен это сделать? Я в тебе дырок наделаю, долбаная же ты. Стоп, стоп. А это мысль. Я эту штуку пожрал на собой. Подождите. Встать в капсулу и выстрелить в кнопку. Там сюда не нужно. Какую капсулу? Еще раз. Куда ты? Мать твою. Так. Что-то я не понимаю, блин. Ставить. Встать на плиту, пальнуть по кнопке. Встречай меня, научный мир. Не нравится мне это. Обидно. Ой, погибли. Такие тупые смерти. У вас остался трэ. Вы утонули. Еее. С этими событиями нихуя не понимаю, блядь, что три фазы, утро, день, полдень, вечер, ночь, блядь, чё, куда, блядь, почему? Охренеть! Что, сработало? Инфузия резидима. Теперь вы можете насыщать оружие, брелок и слитки резидиума, чтобы сохранить их при себе в следующих витках петли. Все насыщенные предметы будут возвращаться в ваш арсенал каждое утро. Чтобы собрать резидиум, ищите насыщенные предметы, разбросанные по черному рейфу. Вы также можете жертвовать оружием, брелоком и слитком, чтобы пополнить запас резидиума. Резидиум нельзя перенести в следующую петлю, так что не забудьте его потратить. О, да, ты смотри, реально ведь получилось. Ну, кто тут великий ученый? Теперь мы с тобой вместе навсегда. Ну, пока петлю не разорву. Как мне тебя назвать? Мистер Пушка будет слишком формально. Может, Пушер? Лапушка? А может... машина? Как летит время. Точнее, летело. Пусть первый день будет хороший. Это что, блин, такое? Манекены? Сука, уж обосрался. Что за Фрэнк, я не понял. Вот лишь... А может, судья? Во! Главный судья! Так. Я иду за тобой. Я как будто погрузился глубже. Ни хрена не понимаю. Я иду за тобой. Кто, блядь, нет? Я. Мистер Киллер! Добро пожаловать, мистер Киллер!
Ваш столик, мистер Киллер. Блять, голос вот реально не соответствует персонажу. Вообще. Сразу, ну хорошо, что от первого лица, потому что от третьего пришлось бы выживать, чувака с лопатой рисовать, я вам отвечаю. Слушайте, я что-то... Нахуй остановился? А, что-то вначале игры совородил, надо-да. Понятно, не пойдем. Наш теперь пароль есть, все, отлично. Точно. Эти пароли все 6. Мини-Кольт! Нет, Кольт младший. Не, ну а что, звучит. Ну, вообще перебор. Кольт второй. Да, Кольт 2. В квадрате. Почему я зову пушку своим именем? Сука. Да-да, у нас в службе безопасности предатель. Он нас обставил. Бросайте дела и забавы прямо сейчас. Хватайте оружие и защищайте петлю. Потому что иначе все кончено. Для всех нас. Я дорвалась сюда не для того, чтобы какой-то умелый... Я так, ребят, ощущаю, что кнопка начала залипать. Ну чё? Вы скрылись, туннели. Мысли скрылся. Я ж нихера не сделал. Вот этот ствол, конечно, крутой я взял. Можете обойтись без инструментов Гэнза, собирайте резину, самостоятельно сосчитайте предметы. Гэнза, собирайте резину с мерцающих ветром гостей с отбитых идеологов. После реприза собрана резину станет вместе ваша сторона. Это уже было, блядь, обучение. Ну, допустим. Выберите оружие. А я не хочу его, блядь, я хочу вон ту пушку прокачать, ничего, блядь. Нахуй мне надо говно тратить, у меня крутая пушка есть, ничего, блядь. Охуели? Слитки, блядь, можно... Брать их слитки. Ну понятно, блядь. Это в пизду. Это, блин, у меня ж дохуя легкого было. Вы чё, блин, прикалываетесь? Это чё за хуйня? О, заебись.
пришла жертва. Подождите, подождите. Визиум пожертвовал. 2000 пожертвует. Как его насытить-то? Подождите. Так, это насытить предмет. Блять, у меня же дохуя брелков всяких было. Это чё за, блядь, приколюхи? Блять, подсказку проебало, ну. Закончим, в принципе, а разбираться дальше, может, еще и поиграем. Так что, долго не прощаюсь. Всем пока, до новых встреч.